Инвалид, значит, безработный. Фактически такой приговор людям с ограниченными возможностями, которые проживают в районах Крайнего Севера, вынесли в Минсоцразвитие. Документ о том, что инвалиды не могут трудиться на работе с вредными условиями, а к таким как раз и относится наш регион, подписан еще в 2011 году. И с тех пор специалисты местного центра занятости неоднократно говорили о том, что даже когда для инвалида есть рабочее место, он не может его занять. Причина не пройдет специальную медкомиссию, сокращенно ИПР, где однозначно написано на вредные условия труда не пускать. Мы на сегодняшний день столкнулись с такой проблемой с нашими инвалидами, которые состоят на учете в службе занятости. Когда мы их направляем на работу, на квотируемые рабочие места, они у нас не проходят, согласно вот этого приказа, они у нас не проходят медкомиссию. И они у нас, будем говорить, наши теперь пожарные.